Здравствуйте! Вы на канале «Вкусный день с нами». И сегодня я хочу вам показать рецепт домашнего торта. Очень простого. Для этого нам понадобится 4 яйца, чайная ложка соды, стакан сахара, 2 стакана муки, пачка майонеза, пачка сгущенки. И для крема нам нужна будет банка сгущенки и пачка масла. Итак, начнем. Сначала мы разбиваем 4 яйца. Перемешиваем их, растираем их с сахаром. Сюда стакан сахара и перемешиваем. Так, сюда же высыпаем чайную ложку соды, перемешаем. Дальше у нас пачка майонеза. Майонез можно брать любой. Выдавливаем сгущенку, пачку сгущенки. У меня форма 21, диаметром 21 сантиметр.
получился крем. Сейчас мы его отправим в морозилку, холодильник, чтобы он охладился. Так, вот мы вытащили корж из духовки, но он у нас готов. Так, вот у нас корж